Вот такие топливные брикеты делают на этом предприятии. Их теплоемкость примерно в 3 раза выше, чем у обычного угля. Перерабатывают примерно по 5 тонн угольного порошка в сутки. Производство наладили почти 5 лет назад. И с тех пор спрос на такое топливо стабильный. Возможность наладить подобные производства рядом с угольными карьерами теперь есть у предпринимателей. Если раньше многих останавливали расходы на транспортировку угольного сырья, то теперь есть возможность получить льготные кредиты. Транспортировка сырья требует больших денег. Расширение мы пока не рассматривали. Годовая выручка компании составляет 4 миллиона сомов. Но мы готовы написать проект и реализовать его. Если бы государство предоставило долгосрочные льготные кредиты, можно было бы и экспортировать нашу продукцию. О льготных кредитах и господдержке рассказал представитель правительства Волжской области. В частности, о строительстве предприятий по добыче и переработке угля в каждом районе. Сегодня в горнодобывающем секторе есть проблемы, но государство заинтересовано в их решении. Это может принести пользу как самим предпринимателям, так и госбюджету. Угольные шахты – перспективное направление для развития. В Волжской области сегодня насчитывается 18 угольных шахт, из них работают 2/3. У остальных приостановлено действие лицензии, в том числе из-за спорных и нерешенных вопросов с общественностью и местными жителями. Алена Смирнова, Айджан Илтурдумаматова, Бекджан Рызбайлу, Улар Кайназаров, ЛТР, Волжская область.